Сегодня поговорим о новинке Spot Option, которая предназначена для торговли контрактами на разницу и бинарными опционами. Затронем тему защиты своих данных и как в этом сможет помочь Paynet Easy. А также обсудим финансовый прогноз швейцарца SwissQuote. Поставщик торговых технологий Spot Option объявил об успешном запуске платформы для торговли контрактами на разницу цен CFD. Данная платформа откроет инвесторам доступ к различным классам рыночных активов, включая акции, сырье, валюты и индексы. Еще в новой платформе можно будет найти широкий спектр возможностей по настройке параметров под индивидуальные потребности клиентов, открывая выход на ключевые рынки мира с возможностью выбора необходимого уровня заемных средств. Новинка от Spot Option гарантирует исполнение стоп-приказов и ордеров Take Profit. Компания также особо подчеркивает, что ее новая разработка полностью соответствует европейским регуляторным стандартам. Еще необходимо отметить следующее нововведение Spot Option. Это новый плагин для MetaTrader 4, с помощью которого можно торговать бинарными опционами через самую популярную Forex-платформу. Пользователи смогут использовать для торговли средства со своих торговых счетов, пополнение счета и изъятие средств, а также контроль над рядом инструментов и потоком котировок осуществляются через MT4. Защита клиентских данных стоит сейчас на первом плане, ведь постоянно происходят случаи взломов. Именно поэтому в ближайшие дни будет запущено новое решение против кражи лидов компании Paynet Easy. CEO компании заявляет, что проанализировав слабые места защиты лидов, выявилось два ключевых момента. Это конфиденциальные данные, содержащиеся в лидах, включая номера телефонов, адреса электронной почты. Они не используются в процессе торговли. Именно поэтому эти данные следует отделить от других клиентских данных и хранить в другом безопасном месте. Следующий момент – список украденных лидов с недействительными номерами телефонов и адресами электронной почты. Они совершенно бесполезны для похитителей. А новое решение работает таким образом, что лиды изначально попадают в систему защиты лидов LPS, которая размещена в частной облачной системе брокера. Затем лиды отправляются в CRM-систему или торговую систему уже без конфиденциальной информации клиентов, которая зашифровывается и хранится на безопасных серверах. Швейцарский внебиржевый брокер SwissQuote Bank опубликовал несколько негативный финансовый прогноз, согласно которому текущий годовой рост компании так и не достигнет заложенной ранее 10% цели. Еще в компании думают, что по завершению этого года выручка составит всего на 2,5% больше, чем в прошлом году. Однако есть и позитивная сторона медали. Компания сообщает об увеличении клиентской базы, к которой присоединились в течение года 2300 трейдеров, а объем клиентских активов вырос почти на 1 000 000 000 франков. Активность клиентов брокера остается стабильной, даже несмотря на ожидаемый скачок на фоне Брекзита, выборов в США и турецкого переворота. Но представители SwissQuote еще не до конца уверены в значительном потенциале роста своего бизнеса, особенно в успехе его сегмента White Label. Комментируя опубликованный прогноз, гендиректор компании сказал, что спрос на инновационные цифровые банковские решения является очень высоким, и SwissQuote отлично себя чувствует на этой площадке, располагая передовой технологией в данной сфере. Свой полный годовой отчет брокер опубликует 3 марта уже следующего 2017 года. И на сегодня я прощаюсь с вами. Информация предоставлена редакцией Forex Magnates. До встречи завтра на Dukascope TV.